Телерадиоканал «Страна FM» представляет программу «Зарубежка». Музыкальное путешествие в прошлое. Самые горячие иностранные хиты и новинки. Ведущий Влад Кутузов. Слушай, смотри. Категория 12+. Друзья, всем большой привет. Говорит и показывает телерадиоканал «Страна FM». В эфире программа «Зарубежка». Меня зовут Влад Кутузов. И сегодня мы снова отправимся за пределы нашей любимой и необъятной для того, чтобы узнать, какая музыка была популярна ровно 31 год назад. В общем, прямо по курсу у нас год 1986. А там, ребят, целый пласт произведений, которые, что называется, навсегда. И помимо этого, сегодня в выпуске три горячейших хита, которые уже в наши дни атакуют самые верхние строчки самых разных чартов по всему миру. Короче, будет интересно, давайте уже начинать. Зарубежка. В конце прошлого года Кэти Перри заявила, что она стремится создать материал, который соединяет, связывает и вдохновляет, а также заявила, что испытывает большое удовольствие, экспериментируя, пробуя разные стили и жанры. Официальным началом новой эры можно считать пост исполнительницы в Инстаграме, в котором певица выложила свое фото в новом образе и подписала «Жизнь с нуля». После чего студия звукозаписи сделала официальное заявление, что Кэти выступит на премии Грэмми в феврале этого года уже с новой песней. Итак, друзья, прямо сейчас программа «Зарубежка» именно эта песня. Первый на сегодня горячий хит, он же музыкальный свежачок. Это Кэти Перри и «Change to the Rhythm». Огонь недели. На стороне FM программа «Зарубежка», и прямо сейчас самое время для того, чтобы, как я обещал, вначале отправиться ровно на 31 год назад, в год 1986. Но и не забывайте, что все позиции в нашем списке расставлены абсолютно, как говорит сейчас молодое поколение, рандомно. Песня мастодонтов рок-сцены Aerosmith «Walk This Way» была написана Тайлером и Перри аж в 1975 году. Очень и очень давно. Она достигла 10-й строчки в Billboard Hot 100. Кстати, песня помогла вернуться к активным выступлениям в 80-х, после того, как Run-DMC в 86-м году записали совместно с Aerosmith кавер-версию этого замечательного
трека. И, кстати, именно эта песня вытащила легендарных рокеров из очень затяжного периода алкогольно-наркотического релакса. Только за это Run-DMC можно и нужно сказать огромное человеческое спасибо. Итак, давайте послушаем эту удивительную и судьбоносную для музыкантов вещицу. Группа Aerosmith и Run-DMC. Walk This Way. 80-е. Друзья, напомню, что вы смотрите и слушаете программу «Зарубежка» на телерадиоканале «Страна FM». И сегодня мы с вами вспоминаем самые популярные песни 1986 года. Но и без Мадонны здесь никак. Как раз 31 год назад вышел ее третий студийный альбом. В числе прочих туда вошла и эта удивительная песня. Она стала четвертым хитом номер один в США в карьере певицы. Также достигла первого места в Великобритании, Австралии и многих других странах. Ну а в Советском Союзе подобной статистики, как вы понимаете, в те годы не велось, а очень даже зря. Итак, прямо сейчас у нас на очереди Мадонна, или, как говорят американцы, Мадонна и ее суперхит 86-го года «Papa Don't Preach». 80-е.
Зарубежка. Level 42 — это британская группа новой волны, образовавшаяся в 79 году на острове Уайт, это в Англии, и исполнявшая изначально джаз, фанк, фьюжн в традициях Стэнли Кларка, впоследствии это поп-рок с элементами фанка, джаза и ритм-энд-блюза. Вот такая вот горячая смесь. 30 синглов входили в UK Singles Chart. Наивысший результат, третье место, имел сингл Lessons in Love. Специалисты высоко оценивали инструментальное мастерство участников группы, прежде всего Марка Кинга, который разработал виртуозную и своеобразную игру на бас-гитаре. Кстати, прямо сейчас мы с вами ее сможем услышать. Ну, услышать и увидеть. Level 42, Lessons in Love. 80-е. Зарубежка. Друзья, напомню, что сегодня с вами мы отправились в год 1986 и продолжаем вспоминать самые-самые песни 31-летней давности. На очереди композиция американской музыкальной группы «Берлин», ставшая одной из основных музыкальных тем фильма «Топ Ган». Вы наверняка должны его знать. Песня получила в 86 году две престижные награды. Премия «Оскар» за лучшую песню к фильму и премия «Золотой глобус» тоже за лучшую песню. А уж сколько было выплакано слез под эту замечательную песню, страшно представить. Ну, давайте и мы, что ли, окунемся в светлую грусть и чуть-чуть всплакнем под потрясающую балладу «Take My Breath Away» от группы «Берлин». 80-е.
«Зарубежка». Вы смотрите и слушаете программу «Зарубежка» на стране FM, и прежде чем мы услышим очередной суперхит 86-го года, несколько весьма интересных фактов. После съемок в клипе на эту песню лидер коллектива и девушка, сыгравшая главную героиню, действительно начали встречаться. Их отношения продлились несколько месяцев. Недолго, но зато это было честно и очень трогательно. Именно эта песня была исполнена на церемонии вручения, внимания, Нобелевской премии мира в 98-м году. Ну и, наконец, именно она использовалась в британском и ирландском трейлерах фильма «Миллионер из трущоб». Если вы еще не догадались, раскрою карты, друзья. Вообще, мне кажется, у нас в стране к этому норвежскому коллективу какая-то совершенно особенная любовь и совершенно справедливая. Итак, группа «Aha» и песня «The Sun Always Shines on TV». 80-е. Всем еще раз большой привет, говорит и показывает телерадиоканал «Страна FM». В эфире программа «Зарубежка». Меня зовут Влад Кутузов, и мы с вами продолжаем слушать самые яркие хиты 1986 года. Сейчас, друзья, это выглядит абсолютно нелепо, но именно тогда, 30 с лишним лет назад, сам Джон Бон Джови сомневался в успехе песни «Living on a Prayer» и вообще не хотел включать трек в альбом. Мне кажется, странно. Но гитарист и сооснователь группы Ричи Самбора убедил его оставить песню, хотя для этого пришлось внести существенные изменения в партии различных инструментов. В итоге 31 октября 86 года «Living on the Prayer» была издана синглом. Песня возглавила в итоге несколько хит-парадов Billboard, включая Hot 100, поднялась на верхние строчки чарта в других странах. Все-таки хорошо, что они вовремя одумались. В противном случае мы бы с вами слушали сейчас совершенно другую песню. Итак, коллектив Bon Jovi и «Living on the Prayer». 80-е.
«Зарубежка». Ну а теперь, друзья, в программе «Зарубежка» еще один очень свеженький трек. Бруно Марс, американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, мультиинструменталист, обладатель Грэмми, но он невероятно крут. Посмотрите его выступление на Супербоул прошлого года. Это реальный, одновременно нереальный космос. Итак, на очереди еще один огонь этой недели. Очередной сингл с последнего по времени альбома артиста Bruno Mars. Песня называется That's What I Like. Огонь недели. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited. So gonna get to clapping. Go pop a phone, pop it for me. Turn around and drop it for a plan. Drop it for me. I rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want. Just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my flica. Girl, I'll be a flico mamacita. Make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris, everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, say it's us. And I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want. Just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. You say you want a good time. But here I am, baby, here I am, baby. Talk to me, say it. И вновь, друзья, мы переносимся в 1986 год. Напомню, что в сегодняшней программе самые популярные и знаковые песни 31-летней давности. И мы продолжаем. Эта композиция стала первой песней на немецком языке, возглавившей американский чарт Billboard Hot 100. Она была посвящена Вольфгангу Амадею Моцарту. И, конечно, его талант и появилась под влиянием известного фильма «Амадей» Милоша Формана. Но, к сожалению, музыкант, о котором сейчас идет речь, много сделать не успел по трагической случайности. В 98-м он погиб в автомобильной катастрофе. Но песни-то остались, в том числе и эта одна из самых лучших, а может быть, самая лучшая. Итак, это «Фалька» и «Rock Me Amadeus». 80-е. Now I'm punk.
unter dem Dach in der großen Stadt. Es war in Wien, war Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden, dann er trank, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, na come on, rock me Amadeus. Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles rief, na come on, rock me Amadeus. Amadeus, 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 come and rock me, Amadeus, 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 Amadeus. Es war 1780 und es war in Wien. No Plastic Money anymore, die Banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jedermann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär. Er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alle suchten noch heute Captain Rock, mir Amadeus. Друзья, напомню, вы смотрите и слушаете программу «Зарубежка» на стороне FM. Мы с вами по-прежнему исследуем поп-хиты 86-го года. И вот с одним из них произошла довольно интересная штука. Когда песня была издана впервые, она пользовалась успехом во многих ночных клубах и даже появилась в чартах Франции и Бельгии, но не стала событием в музыкальном мире. Но год спустя была записана уже новая версия. И именно в таком обновленном виде трек возглавляет Billboard Hot 100, UK Singles Chart и хит-парады во многих других странах. Позже она была удостоена нескольких наград и премий, включая Brit Awards, в номинации «Лучший сингл». А в 2005 году Британская ассоциация композиторов и поэтов-песенников, да, есть и такие, назвала ее «Лучшей песней десятилетия». Конечно же, это группа Pet Shop Boys и песня «West End Girls». 80-е. Two
many shadows, whispering voices, faces on posters, too many choices. If, when, why, what, how much have you got? Have you got it? Do you get it? If so, how often? Which you choose, a hard or soft option? Друзья, на стороне FM прямо сейчас продолжается программа «Зарубежка», и на очереди еще один мега-супер-хит из второй половины 80-х. Группа «Бананарам». Смешное название. Добилась успеха как трио, выпустившее множество хитов в как раз 80-е годы. Если же говорить конкретно о 86-м, то именно тогда песня под названием «Venus» возглавила хит-парад авторитетнейшего музыкального журнала «Billboard». Кстати, лучшего за свою карьеру девушки ничего так и не спели. Но, видимо, тут надо выразить отдельную благодарность легендарным «Шокенблю», которые предоставили в свое время такой удивительный исходник для дальнейшей работы. Но давайте уже без лишних слов. Группа «Бананарама» и легендарная песня «Venus». 80-е. Venus,
Зарубежка. Зарубежка. История песни The Final Countdown началась с проигрыша для клавишных, который аж в 81 году сочинил Джо Темпест, вокалист шведской группы Европа. И только спустя 4 года он, по совету своего басиста, написал песню, основанную на этой мелодии. Когда Джо сыграл ее остальным членам группы, те восприняли ее без энтузиазма, но автор убедил их поработать над композицией. Представляете, друзья, они 4 года не могли понять, что это настоящий мегахит. Кстати, советские телезрители увидели клип на песню передачи «Утренняя почта» на центральном телевидении. И знаете, что самое печальное? Ребята, я помню эту программу. Итак, год 86-й, коллектив Европы и The Final Countdown. 80-е. Зарубежка. Ну и в финале программы еще один огненный огонь этой недели. Он же наисвежайший супер горячий трек, который сейчас можно услышать в любой точке земного шара. Антон Игоревич Заславский. Это немецкий музыкант, диджей, продюсер, хорошо известный нам всем под сценическим псевдонимом Z. Родился, между прочим, этот товарищ в Саратове, что не помешало ему стать обладателем музыкальной премии Грэмми в номинации «Лучшая танцевальная запись за песню Clarity», исполненную совместно с британской певицей Foxys. Но это было, друзья, 3 года назад, у нас же 2017. Итак, последняя новинка на сегодня — это Z, Алисия Кара. Песня, которая называется «Stay». Огонь недели. Waiting for the time to pass you by. Hope the winds of change will change your mind. I could give a thousand reasons why. And I know you. And you've got to make it on your own, but we don't have to grow up. We can stay forever young. Living on my sofa, drinking rum and cola underneath the rising sun. I could give a thousand reasons why, but you're going, and you know that all you have to do is stay a minute. Just take your time. The clock is ticking, so stay. All you have to do is wait a second. Your hands on mine. The clock is ticking.
Зарубежка. Друзья, на этом все. Ровно через неделю мы снова пробежимся по знаковым хитам одного из прошлых годов. Ну и не забудем про нынешние актуальные музыкальные новинки и самые горячие хиты. С вами, как и всегда, была программа «Зарубежка» и я, Влад Кутузов. Смотрите и слушайте «Страну FM». Пока, бай, чао. Зарубежка.